природы нет плохой погоды. И у каждого сезона есть свои преимущества. Вот, например, поздняя осень. Казалось бы, чего в ней может быть хорошего? Холодно и уныло. Но именно осень – это идеальное время для покупок. Причем практически для любых. В эфире программа «Покупатель всегда прав». Мы научим вас умному шопингу и расскажем сегодня, что и почему выгоднее всего приобретать осенью. Осень – это самое подходящее время для того, чтобы задуматься о путешествиях. И на это есть сразу несколько причин. Ну, во-первых, на улице похолодало, золотая листва опала, и все вокруг выглядит достаточно серо и уныло. И поэтому так хочется сменить обстановку на что-нибудь более яркое. Во-вторых, именно осенью туроператоры предлагают наибольшее количество горящих туров. А это значит, у нас появляется возможность отдохнуть где-нибудь на экзотическом курорте за абсолютно смешные деньги. Ну и в-третьих, не за горами Новый год и новогодние каникулы, а значит, уже пора планировать свой отдых. Ну а где же подобрать самый интересный, самый лучший и подходящий именно для вас тур? Об этом мы сейчас вам и расскажем. Выбор туристического агентства – дело весьма ответственное. Любая досадная мелочь способна испортить вам отдых, поэтому его организацию стоит доверять исключительно профессионалам. Салон путешествий «Bon Voyage» на туристическом рынке уже почти 15 лет. За эти годы менеджеры агентства подарили тысячам туристов незабываемый отдых абсолютно в разных уголках Земли. И здесь точно знают, как организовать путешествие вашей мечты. Мы всегда отталкиваемся от суммы, цена, качество. За эту сумму нужно выбрать самый оптимальный вариант – опять же, исходя из тех критериев, которые выберет турист. Для кого-то там с ногами проблемы, естественно, он просит первую линию. Кому-то я лучше получше сервис возьму, но мне там 500 метров не проблема пройти до моря, пожалуйста. Кому-то нужен там просто отель в Европе, а я там сам радиально буду выезжать. Я возьму машину в аренду и буду кататься. Тоже вариант. Есть такой, говорит, я не самостоятельный турист, мне нужно, чтобы меня за руки везде водили. Пожалуйста, вас будут водить. То есть на все есть свой любитель. Главное это озвучить, и мы подберем именно наилучший вариант. Итак, куда же можно отправиться осенью? Прежде всего, вы должны знать, что осень – это традиционно самые большие скидки в туризме. Совершенно по бюджетным ценам вы можете продлить себе лето и отправиться на средиземноморские курорты на Кипр, в Тунис, на острова Испании. Кроме того, открыт сезон экзотических туров. Недорогие Вьетнам, Таиланд, Гоа. Можно поймать горящие туры в Доминикану, Мексику или, например, на Мальдивы. Кстати, сэкономите вы именно с турагентством, а не пытаясь забронировать тур самостоятельно. Почему выгоднее брать через туроператора? У туроператора уже бронирует по специальным ценам отели. Он бронирует по специальным ценам билеты. Вы не сможете выкупить по такой цене ни билет, ни забронировать отель. Поэтому в любом случае бронирование пакетного тура – это всегда будет выгоднее, чем бронирование, допустим, напрямую. Впрочем, турагентство – турагентству рознь. Если вы пришли в компанию и при оформлении заграничного тура у вас не спрашивают загранпаспорт, не выдают на руки приходный ордер, путевку, договор – это повод задуматься, а все ли честно. Лучше не рисковать. Салон путешествий «Bon Voyage» дорожит доверием своих клиентов, что уже доказали за годы работы. Кроме того, менеджеры компании 24 часа на связи с вами на случай непредвиденных ситуаций. Были такие случаи, да, что человек растерялся, потерялся, там, попал в пробку. Мы как бы созваниваемся с авиакомпанией, ждем до последнего, то есть решаем эти вопросы даже вот в таком вот в бытовом плане. Кстати, именно сейчас самое время бронировать новогодний отпуск. Цены пока не кусаются, да и выбор туров огромен. Так что спешите, есть множество удивительных предложений. Незабываемый Новый год на пароме, огромные лайнеры, курсирующие между Финляндией и Швецией, как маленькие сказочные города. Здесь есть все – магазины, рестораны, шоу-программа и возможность посетить за пару дней две страны. Волшебная новогодняя Европа – Чехия, Испания, Венгрия, Италия. Горнолыжные курорты Австрии, Андорры и Германии. Традиционно декабрь и январь – здесь время распродаж. Вы совмещаете покупки и впечатления. Если же вам нравится отдыхать в России, Bon Voyage вам и в этом случае предложит массу интересных вариантов. Для тех, кто не любит далеко выезжать, очень много здесь близлежащих санаториев, пансионатов, где очень удобно отдохнуть с детишками, покататься на санках, коньках. В общем, развлечь себя зимней сказкой, русской зимней сказкой. А для любителей впечатлений, экскурсий есть, пожалуйста, Карелия.
Москва, Казань со всеми ее аквапарками, Санкт-Петербург. Ну и, конечно, Великий Устюг. Кстати, в гости к Дедушке Морозу лучше всего отправиться до Нового года. В это время в его резиденции еще не так много народу, нет очередей, да и сам зимний волшебник не такой уставший. Если же вы хотите отдохнуть от холодов и погреться, на новогодние праздники отправляйтесь к морю. Здесь лучше всего ехать после Рождества. Туры, начинающиеся 7-8 января, ощутимо дешевле. А еще путешествие – это отличная идея для подарка. Впереди новогодние праздники, и вообще у всех много разных праздников. И если вы не знаете, что подарить своим родным, близким, коллегам, молодоженам, очень хороший вариант – это подарочный сертификат. Подарочный сертификат можно оформить на любую сумму, подарить. Очень компактно, очень легко, и я думаю, что путешествие – это желанный подарок для всех, практически для всех. Инвестируйте в впечатления, они не испортятся со временем, не износятся и не сломаются. Яркие воспоминания о волшебном отдыхе – это на всю жизнь. Сказочное путешествие вашей мечты с турагентством «Бон Вояж». Телефон 30523, сайт bonsarov.ru. Легкого вам отдыха! Серая осень навевает тоску. Как справиться с унынием, знает каждая девушка. Чтобы не грустить, нужно найти себе достойную пару – обуви. Ну а где огромный ассортимент туфелек и сапожек? Конечно, в сети магазинов «Кари». Сапоги и полусапожки, ботинки и ботильоны. В магазинах «Кари» каждая модница найдет себе пару по душе. Какой бы стиль вы ни предпочитали – сдержанную классику, демократичный кэжуал или спорт – в новой осенней коллекции есть любые модели. Цветовая гамма тоже дает просторы для фантазии. Темно-синий, бордо, шоколад, бежевый и, конечно, любимые многими – черный и белый. Я вижу, что модельный ряд совершенно разнообразен. Здесь у нас и классика, шпилька. Да. Здесь у нас и протектор идет. Да. Плоская подошва, горка скрытая, открытая, лак, замш. То есть вообще на любой вкус, это осень. На любой, на любой. Причем дизайнеры поработали в этом сезоне осень-зима очень, так скажем, плодотворно, потому что, ну, любой стиль, любой цвет сейчас в моде. Давно полюбившаяся покупательница марка Tacardi предлагает огромный выбор моделей по очень демократичным ценам. Это как раз тот случай, который доказывает, хорошие вещи не обязаны быть дорогими. В обуви Tacardi используется качественная эко-кожа и аксессуары очень высокого уровня. Для ценителей же натуральной кожи в Каре представлен популярный бренд Alessio Nesca. У них классический стиль, но такие декоративные детали, как, например, вот добавление молнии, да, в золоте, какие-то пряжки лаконичные, фактурные швы. То есть все это добавляет, так скажем, изящности, оригинальности и шика. Если честно, остановиться на какой-то одной модели просто невозможно. Хочется примерить все и сразу. А теперь приятная новость. В магазине «Кари» ограничивать себя в выборе не обязательно. Демократичные цены позволяют приобрести не одну, а сразу несколько пар обуви. К тому же на летний модельный ряд сейчас головокружительные скидки, а для любимых покупателей действует акция. Итак, с красным ценником цена уже снижена, но если мы выбираем вторую пару, мы получаем еще минус 50%, либо треть в подарок. То есть, если приходит целая семья, то папа, мама, ребеночек, три пары покупаем, то есть получается третья вообще в подарок. Что приятно, здесь же в «Кари» к своей новой паре обуви вы без труда подберете аксессуары, сумки, палантины, шарфы и шапки. Все, чтобы сделать ваш образ завершенным. А еще здесь очень много красивой и недорогой бижутерии, которая позволит вам каждый день выглядеть по-новому. А чтобы любимые сапожки служили верой и правдой как можно дольше, в «Кари» вам предложат огромный выбор косметики для обуви. Ну и, конечно, в «Кари» помнят про наших любимых мужчин. Для них здесь огромный ассортимент удобной, а самое главное, качественной обуви как осеннего, так и зимнего сезона. В мужской обуви преобладают темные цвета. На выбор сильной половине человечества как классические, так и спортивные модели. Те же бренды, что и для женщин – Tacardi и Alessio Nesca. Используется в этой обуви всегда во внутренних деталях это натуральный мех, тоже это овчина, то есть тоже это зимой это все будет тепло, все это будет греть. Не обделяют вниманием в магазинах «Кари» и маленьких модников. Для них здесь представлена обувь такая же, как у взрослых, только меньшего размера. Производители, наконец, ушли от однотипной детской обуви и предлагают мальчишкам и девчонкам самые стильные и модные модели. Здесь практически все изготовлено из натуральных материалов, потому что в случаях с детками мода модой, а безопасность и комфорт превыше всего. Если вы пришли в «Кари», без покупки вы точно не уйдете. У
устоять нереально. Вот и я поддалась искушению, и теперь моя осень будет модной и удобной. А ваша? Магазин «Кари» расположен на втором этаже торгового центра «Атом». И если вы хотите идти по жизни уверенной походкой, за новой обувью вам сюда. Смена сезонов – это отличная возможность обновить свой гардероб. Из наших шкафов, наконец, исчезли летние легкомысленные платьишки, а значит, в них освободилось место под уютные осенние свитера, строгие жакеты и стильные костюмы. Сотни идеальных решений для осени в магазине «Резервит». Это марка одежды для женщин, мужчин и детей, сочетающая в себе отличное европейское качество, последние модные тенденции и, что немалоприятно, доступные цены. Новая коллекция «Резервит» для тех, кто готов разбавить своим стильным образом тусклые краски осени. Зеленый, красный, синий, белый и черный, богатый серый и теплый коричневый. Цветовой ряд дает место вашей фантазии. Как порой бывает, мы выбрали красивое платье, подобрали к нему аксессуары, а сверху надели бесформенный пуховик, который спрятал всю эту красоту. Но так быть не должно. Верхняя одежда не должна портить ваш образ, а наоборот, должна подчеркивать вашу индивидуальность. Так, например, вот это пальто из новой коллекции «Резервит». К верхней одежде у дизайнеров «Резервит» особое отношение. Пальто, куртка, утепленный жакет – это не просто спасение от холода, это модная деталь вашего образа. При этом деталь комфортная. В моделях этого сезона широкий крой и молнии. Основные коллекции «Резервит» – это сразу несколько направлений – одежда для офиса, casual и одежда для спорта и отдыха. Причем в каждом сегменте модели с уникальными деталями и акцентами. К примеру, деловой стиль – вроде бы все строго и в рамках офисного дресс-кода, но одновременно с этим совсем не скучно. Очарование юности и яркости в коллекции Young. Джинсы и футболки, стильные куртки и теплые жилеты, рубашки и джемперы. Искрометный образ от «Резервит» разбавит любой пасмурный день. Что лично мне понравилось в магазине «Резервит», так это то, что здесь все модели развешаны по цветам и коллекциям. Что это значит? Если я покупаю, например, юбку, то мне не нужно бегать по всему магазину в поисках подходящей блузы. Продавцы уже позаботились обо мне и предлагают вариант. Таким образом, я сразу собираю полный комплект. Уютные свитера самых теплых оттенков – осенний must-have. Эта одежда подчеркнет ваш неповторимый стиль и подарит удобство и комфорт. Коллекция casual поможет превратить в праздник даже самый обычный день. А изюминку вашему образу добавят аксессуары – шапки, шарфы, сумки и ремни. Хит этого сезона – шляпы. Они есть практически во всех модных коллекциях. Вспомним старое правило – у настоящей дамы обязательно должна быть шляпка. Особое направление «Резервит» – одежда для дома. Если вы прячетесь от осенней непогоды в своей квартире, это не повод выглядеть уныло. В домашних костюмах и халатах от «Резервит» вы на пике моды даже тогда, когда вас никто не видит. Ну и, конечно, я не осталась равнодушной к новым коллекциям и подобрала для себя несколько ультрамодных комплектов. Пойду сейчас к примерю. Классическое черное платье по фигуре и синий жакет с цветочным орнаментом. Образ строгий, но стильный. В нем и в офис, и вечером, например, в ресторан или театр. Простое решение для универсального повседневного образа. Джинсы, ботильоны и блуза свободного кроя с крупным рисунком. Ну а в кафе с друзьями, на прогулку или на свидание – белая юбка, полосатый топ и черный жакет. В одном магазине я нашла одежду на все случаи жизни. Одежда «Резервит» для современных, сильных и амбициозных людей, которые ценят хорошее качество и оригинальный дизайн. Это одежда для вас. Торговый центр «Атом», второй этаж. Новые магазины в нашем городе открываются чуть ли не каждый день. Запомнить все просто нереально, и уж тем более отследить, где какой ассортимент, какие акции и предложения. В нашей рубрике «Гид по магазинам» мы расскажем вам, что, где и почем. Новая сногсшибательная коллекция изумительного белья от Infinity в магазине Дезео. Здесь и базовые цвета черный и бежевый, и буйство красок, самые замысловатые и интересные принты. Стринги и шортики, обычные бюстгальтеры и с эффектом пуш-ап. Выбор на любой вкус и любые формы. Объединяет это белье одно, все оно очень высокого качества из материалов, приятных телу. Именно такое, какое хочется надевать снова и снова. Принтованный трикотаж с кружевом – must-have этого сезона. Такое белье должно быть у каждой девушки. А для невест – нежнейшие белые комплекты – тоже новинка.
модные тенденции коснулись и сна. Теперь очень актуально подбирать пижаму в тон постельному белью. Яркие атласные и трикотажные пижамки от компании Infinity и Трикоза в магазине Дезео. Такие комплекты поднимут вам настроение и подарят крепкий и беззаботный сон. В продаже есть также подарочные карты. Позвольте себе быть королевой. Выбирайте качественное и красивое белье в магазине Дезео. Быть всегда на высоте мужчинам, совсем юным и постарше, поможет магазин «Ланселот». Здесь огромный выбор мужских костюмов, как классических, так и с приталенными пиджаками. Черные, темно-синие, бежевые, белые костюмы на каждый день и для особых случаев. Если вам нужен только пиджак или только брюки, вы найдете их в «Ланселоте», а выбор сорочек здесь удовлетворит запросы даже самого взыскательного покупателя. Есть в магазине и необходимые каждому мужчине мелочи – галстуки, зажимы для галстуков, запонки, ремни, стильные портмоне. Для маленьких джентльменов маленькие, но очень солидные костюмы. А к наступившему холодному сезону свитера, шапки и шарфы. И бонусом – скидка 30% на сорочки последних размеров. «Ланселот» – выбор настоящих мужчин. Осень – традиционно банный сезон, а баня для многих – целый ритуал со скрабами, ароматическими маслами и кремами. Лучшая отечественная косметика для лица и тела в магазине «Белла Каза». Только натуральные продукты, без химических добавок и парабенов. Ваша кожа скажет вам спасибо. Соли для ванн, сыворотки для лица, гели для душа, твердые духи, маски для волос и твердые шампуни. Все для вашей естественной красоты. Отличное осеннее предложение. Соли серии «Санаторий дома». Хорошая профилактика простудных заболеваний. А еще новинка – детская косметика. Шампуни и пена, которые не раздражают детскую нежную кожу и не щиплют глазки. Также в «Белла Каза» вы всегда найдете подарки для своих близких. Мыло ручной работы, косметические наборы, ароматические свечи. Не можете определиться с выбором? Вам в помощь подарочные сертификаты. «Белла Каза», когда красота и здоровье идут рука об руку. Все представленные в рубрике «Магазины» вы найдете в торговом центре «Атом» на втором этаже. Помните, удачные покупки – это ваши инвестиции, поэтому нельзя относиться к шопингу слишком легкомысленно. Наша программа – ваш гид в бескрайнем океане сделок между продавцом и покупателем. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!